Друзья, доброго здравия! С вами Майтрея, наше очередное видео от Академии Счастья. Сегодня говорим о том, зачем нам вообще нужны эти видео. Ведь и так много видео смотрится человеком. Очень много всяких развлекательных видео. Женщины показывают свои интимные места в надежде привлечь мужчин. Многие практики помогают человеку что-то увидеть, что-то почувствовать. Но это всего лишь слова. А самая настоящая практика происходит внутри вас, когда вы осознаете, что происходит и почему. Да, это сложно сделать, когда ваша жизнь напитана различными вещами, такими как работа или пустая болтовня, или еще хуже, принятие алкоголя или других веществ. Поэтому очень важно сначала избавиться от всех негативных веществ, которые вы употребляете. Это могут быть и лекарства, и алкоголь, и наркотики, и даже радиация, когда человек долго находится на солнце. В общем, все, что влияет на человеческое тело и дух, должно быть убрано. И тогда, когда вы очистили тело с помощью программы очищения, тогда вы наполняете тело необходимыми витаминами, минералами, пробиотиками, пребиотиками и всеми необходимыми нутриентами. И потом, когда уже ваше тело выздоровело полностью, вы занимаетесь духовной практикой. Вы можете сидеть в медитации, наполняться пустотой, тишиной, спокойствием. А можете попробовать процессинг и посмотреть, как это повлияет на вас. Я точно говорю, что это поможет. Если вы хотите узнать больше об этом, напишите мне в личные сообщения. Я расскажу вам. Всего доброго, друзья!